Всем привет, это Свинтовит, и мы продолжаем проходить Dragon Age Inquisition 3. Мы по-прежнему здесь, сколько мы не закончили, но уже, можно сказать, близко к завершению. Так. И мы продолжаем свой путь тут, по идее. Осталось не так уж много. Красные гадяи. Let's look around. Ну, похоже, что с той стороны. Так, ладно, значит, надо пройти через этих засранцев. Готово. Что стал? Готов. Так. Теперь давайте зайдем с этой стороны. Так. Варик, будь так любезен. Так, так что же тогда тут нужно было вскрыть? Возможно, это выше находится. А что ж такое? Значит, внизу. А вот. Венцо. Стоп, тогда где замок? Что-то ж на замке было. Наверное, какая-то пещера, которая проходит тут под низом. Что у нас здесь? Сюда рано. Там у нас внизу еще задание есть. Сюда я, по-видимому, поспешил подняться. Неужели все же где-то тут есть какая-то пещерка?
Но я ее, по крайней мере, не вижу. Это... пещеру. Есть тут только люди. Варик. Люди под замком. You have to help us. They'll turn us into those things. The Red Templar lieutenants are in the quarry. This won't stop until they... Так, освободили. Хорошо. Следующий. Так. Следующий где-то здесь. Теперь рыцарь. Твою маму. Шо ж вы все скопились, уроды там? Да поможем, свалите отсюда, придурки. Записочка. А, давайте уже выпустим этих бедолаг. Да сейчас не войдь. Have you looked everywhere? They took so many of us. Теперь где эта штука? Я ж уже был наверху. Или мне еще выше забираться. I found a letter from Samson himself. Так, направляемся дальше. Здесь мы уже все разведали. Так. Следующий пункт. У нас тут.
Так, сос, можешь их угостить? А тут, блин... Народ продолжает копать. Работать. Тут убивают, крошат, а они... Да, пофиг, забей, мы делаем свое дело. И нам наплевать. Сейчас, сейчас. Да, выпустим, не нойте. Варик. Выпустить их, бедолаг. Сейчас, сейчас, не вопите. Так, ищем. Где-то, где-то. Ну, прямо здесь не может быть. Значит, надо наверх подниматься однозначно. Так. Так. Забираемся. From Samson about spreading red lyrium. Угу. Так. Не, все-таки надо наверх забраться. Та штука наверху. Оба они дождиком. А те копают, втыкают. Тут драчка идет, а им пофиг. Мы работаем. Забей. Готовы, кабанчики.
Так. Да, сейчас, не вопите. Have you freed everyone? Что у нас здесь? Так. Блин, как туда взобраться? Ну, как-то... Так. Так. Вот это место. Так, а это что у нас тут за деревяшки? Куда эта тропинка ведет? Интересно. Вообще, для чего она, откуда она здесь? You fought the Talvashoth for a long time, Ironbull, did you not? Every day. I'd kill some of them, they'd kill some of them. Так, что это? Каскоку, что ли, идет? No man can kill so many people without breaking inside. To survive, понятно. Those you fight must become monsters. The ones that kill innocent... Куда, откуда это дело идет? The mind does marvelous things to protect itself. Красиво. Здрасте, ребята. Не ждали, мы приперлись. Одним лучиком меньше. Так, готово. Так, эта тропа куда ведет? Куда-то не туда. Что это у нас тут за обход, проход? Блин, а куда же нам топать в нужном направлении-то? Не туда. Так, дорога нашлась. Тут столько тропинок в разные стороны, что можно чуть и запутаться, в каком направлении лучше двигаться. Так.
босс. Так, готово, ребята. Где там еще припрятался? Так. Ладно, давайте отпустим этих ребят, потому что они будут тут ныть беспрерывно. Так, спасли теперь. Так, где-то здесь. We should inform Cullen that we've taken care of Samson's Red Lyrium hoard. Wish we could be there when Samson hears about it. Так, что у нас здесь? Хм. Ладненько. Спускаемся. Так. Тут мы уже поднимались. Что у нас здесь? Ресурсики. Так, еще ресурсики. Так. Вот это бы штуку бы забросить к монахам. Ну, в принципе, сюда и нужно. Так, далеко еще топать. Ну, приличненько так. Куда у нас? Ага, это так понимаю, дальше. Значит, все-таки сюда сначала. Даже сюда. Тут этих ребят вроде никто не охраняет. Не нужно, спасибо. Ты у нас кто? Don't seem well. What's wrong? The red crystals. I can feel them. At the tips of my fingers beneath my nails. My eyes. Заразили ты гадость. I know what happens. I have a letter for my love. Would you place it in the hollow of the marked tree by the river? When he returns from the war, he'll know to look there. Let him hate me and move on. Ладно, сделаю. Ларик. Ну, они еще тут, блин, толкутся. Так, где уж? А сейчас, не ныть.
freed everyone. Так, готово. Стоп, этот трэппинг куда ведет тогда? Куда, к кому? Ладно, может это просто еще один путь, как сюда бы вот забраться. Мы могли с той стороны, могли с этой зайти. Не знаю, зачем так делать. Все равно никакой разницы. Что с той, что с этой. А нам, по-видимому, сюда. Не наводится. Патчили. А толку? Что на удивление, всего-то один патч вышел. Так. А это что у нас тогда? Вход в какой-то... Так, можно отсюда зайти. That comes from being self-taught. I discovered most magic on my own, or learned it from my journeys in the Fade. I've seen self-taught warriors. Even the good ones have something awkward in their style, something that clunks. I don't get that from you. Что у нас здесь? Maybe magic is different. Or, without magical training, you cannot notice the parts of my magic that clunk. Так, эта дверь заперта. Странно. Ну ладно. Заперто так заперто. И я думал, что она будет открытой. Тогда. Идем сюда. Сос. Можешь сделать им. Тяжку. Готово, красавчики. Не все, правда? Где этот? А, наверху. Да сейчас откроем, не нервничай. Никто вас не превратит в эти штуки. Станьтесь вы людьми. Конечно, к вам тоже подниматься, что ли? Или сами справитесь? Скотина. Забрался, заставил за собой бегать. Очередная записочка. Так. Сундучок. Да сейчас откроем. Так, Варик. Откройте. Бедняка. Да. Идите. Так. А нам куда идти? Так, там никуда ничто не ведет.
Вот эта тропинка куда тогда ведет? А эта тропинка как раз ведет туда, куда надо. Здрасте, ребята. Как жизнь? Рабочие здесь такие невозмутимые ребята. Тут сражается, взрывает за все вокруг. А не работает, им пофиг. Так, ну похоже, что здесь все. Остались одни осколки до дракончики. Кажется. Так, эта тропинка куда ведет? Давайте сохранимся. Ну так, на всякий случай. Это пещера. Dark beauty to this area. Что у нас тут? Какая-то руна, наверное, будет зажигать соус. Теперь давайте ищем руну. Где руна? И она не должна быть где-то здесь. Раз здесь есть факел, значит есть руна. Так, ну не может быть. Она должна быть где-то здесь. В общем, найду, включу запись. Нашел. Правда, на стену тут не нарисовалась, но я нашел ее. Так. Ну, в принципе, так что это у нас тут осколок. Так. Осколок, осколок. Драконы. Сдать квесты. Так.
В общем, увидимся там внизу в деревне. Не буду вам показывать всю дорогу, как я буду топтать, за осколками прыгать и так далее. Правда, там еще одно есть место, пещера. Может, там увидимся. Может, не пещера, но там какое-то место есть. И замок там нарисован, хотя на поверхности ничего его замком нету. Значит, есть какая-то пещера. Я вход туда просто не нашел. Если найду, обнаружу, то я включу запись. Итак, мы перенеслись сюда. И давайте пробежимся. У нас внизу пару дел осталось на этой локации, ну, помимо дракона. Так, во-первых, вот эта вот барышня. Или нет? Красавца, блин. А в дом зайти свобода, да? И с ней никак не поговорить. Ладно, фиг с ним. Как мы здесь оказались? Вообще интересно. Какого? Привет, чувак. No sign of trouble at the moment. It's done. The demon is dead. It is finally over. I wish I could have heard him scream, but Sarnia is safe. It is a good day. Now I find myself free to choose a new direction. I would be honored to serve the Inquisition, if it will have me. The Inquisition welcomes you, Michel de Chavan. I shall return to your outpost to await further instruction. Ну вот, еще один завербованный. А мы все по уши в крови. Ну, только лицо чистенькое. Хорошо, что у нас тут еще. I saw what those Templars did to the others. If you hadn't freed us, I might have been next. I found your confession. You killed Lynette's brother. No. It was an accident. He was going to take everything. You mustn't tell Lynette. Let her believe the war killed Garth. Она должна знать правду. Louis wrote this confession. He killed your brother. No, that can't be. God is fighting in the war. He enlisted with the Empress's army. I'd like to be alone. Please, Lee. Come back. I have dried beans and radishes. It's not much, but with last week's salt pork, it makes a meal. Это заглючило, по идее, я должен был с ней поговорить. О, вот сейчас я могу с ней говорить. Good day to you. You lied. You knew what the Red Templars were doing, but you took their gold and stayed silent. Yes, I took their gold. Gold and any supplies they would give. Also, we could live. There are many orphans in Sarnia. Who protected them when their parents were lost? We couldn't run, not with the river frozen and the demons. If I had said anything, they would have killed me too. So I let them take people, and prayed that one day, someone like you would come destroy them. Ну, как неудобно. А где сама еще Золотишко где-то припрятала?
People were taken, infected by Red Lyrium because of your actions. What else could I do? Take up the old pitchfork to fight? Those who died would have died regardless. This way, at least some survived. Так, со всеми поговорил. Так, или не со всеми. Ладно, с этим не поговорить. Давайте займемся оставшимся квестами. Что у нас тут еще? А, осталось только спрятать в дубу. Письмо и все. Ну, можно, конечно, еще. Тут у нас еще один квест остался, но я, честное слово, я не смог найти вход в эту пещеру или где там это было все спрятано. Письмо отправил. Еще я хочу вот на ту башню зайти, где у нас там было закрыто. Теперь-то у нас есть умение умелые ручки, и мы сможем открыть. Как откроем, посмотрим, что там. Потом отправимся в Скайхолл. Отремонтируем мост и попробуем сразиться с драконом. Но тут нам уже Варик нужен. Варик. Будь так любезен. Пропусти, ты слишком... Да пропусти ты, толстяк. О-о-о. Так, что у нас тут? Куртка боевого мага. Что наверху? Так проще по этим ступенькам подниматься. Еще добыча. Это шлем стрёмного вида. У, жесть. Ноги отцапало. Или отцапал. Ужас. Вот это тесак для нашего бычка. Какой-то горе-амулет. Ладно, давайте посмотрим, лучше или хуже нашего. Так, ну, руну можно вставить, и не, наш лучше. Да, это, конечно, неплохой, но наш, несомненно, лучше. И щит у нас лучше. Так, а что это у нас за доспех? Ну, может стать лучше, если там вот, легкие наручи и там кое-что подхимичить, может там и получится, поэтому не буду бросать. А это можно продать. Так, шлем. Ну, этот шлем скорее Варику бы пошел. Но у него лучше. Значит, продам. Итак, увидимся в Скайхолле. Итак, мы здесь, в Скайхолле и возле Каллина. I've been reading the letters found in the quarry. Samson is making red lyrium from people? Not anymore. Not in that mine.
I knew Samson had fallen, but this... It's monstrous. We have to put an end to him. Да, должны. Look at these orders from the encampment. That armor must give Samson extraordinary power. We may not be able to stop him. Samson's a menace. If we can't defeat him, no one stands a chance. Then we must destroy the armor. I couldn't say how. Templars are trained not to destroy expensive magical equipment. Perhaps Dagna has some ideas. She crafts the impossible every day. Ладно, тогда поболтаем с Дагной. No problems, как говорится. Так, Солос, хочешь чего-нибудь нам рассказать? How can I help? Нет, не хочет. Ладно. Дагна, так Дагна. О, нас суд ждет. Но мы сначала заглянем к Дагне. Проконсультируемся у нее. Dagna, what have you learned of Samson? He should be dead. I mean, you could make a hat out of red lyrium and kill people, especially the wearer. Samson's armor, it's genius. To do all this and not go insane, it must be resistant. Or he is insane. Or both. You're not comforting me, Dagna. He's dangerous either way. I just need time and tools, people, and red lyrium. For tests, you see? Is that wise? Everything is safe if handled properly. And you don't touch it long, or breathe it. I mentioned the hat, right? No hat. Time and resources, Inquisitor. I'll get what you want. Now shoo! I've work to do. Ладно, хорошо. Работаем. Давайте продадим лишнее. Так, что у нас из разряда лишнее? Вот это и вот это. Так, давайте сохранимся. Так, теперь... Так, что не хватает? Я уже забыл этому доспеху. Так, не хватает. Так вот, теперь улучшить доспех. Сос. Так, настойчивость к огню, телосложение, сила. Это вообще все там лишнее. Сила и телосложение. Не, ну, телосложение может быть не слишком все. Так, ну может тогда не соусу, а Ивен. Та Ивен тоже как-то не подходит.
Тогда Дориан. Ну вот Дориан пойдет вполне. Так, хорошо. Так, оружие. Ну, в общем, на зале совета военного встретимся. Что ж, давайте на этом закончим сегодняшнюю серию. А завтрашнюю начнем с суда и посещения зала военного совета и дракона. А на этом спасибо, что смотрели, зрители, подписчики. И не забудьте поставить лайк, вступить в группу ВКонтакте и про комментарии. Я очень-очень давно жду хоть каких-то от вас комментариев, но так я, по-видимому, не дождусь. Ну да ладно. Спасибо, что смотрели. Опять же таки, с вами был Свинтовит. Всего хорошего. Пока-пока-пока.